Делаешь из тряпочки фигушку и именно распределить, не вытереть, как ты начала. Потому что когда ты будешь одним только этим местом действовать, то у тебя краска накопится и больше не будет съедать краску. А так ты ее вытираешь. Итак, фигушка и распределить, только распределить. А потом этой же фигушкой работаем. То есть нам суховато. То есть ты уже подвытерла. Слишком много вытерла. То есть добавим снова слякоть или нет. Бутылочке дадим легкий намек на зеленцу. На голубизну. Да? Теневые немножечко, может быть, тоже подпустим. Хорошо? Пусть даже где-то вот размазывание легкое произойдет. Это тоже по-своему красиво, когда они... И ты видишь, я немножко цветню. То голубизну подсуну, то... Вот этот рисуночек тоже можно пальчиком вот такое совершить, и тоже будет симпатично. Утемнение совершить в центрике. Просто темноты взял. Просто темноты. Не надо. Просто темноты. Можно взять мастихин, можно взять коричневый, голубой, будет очень чернявый цвет. Вот так расштриховывая, раздавливая, создать эту глубокую темноту. Потом мы сможем частично веточки дать, частично вот так вот подрезать, тоже появится симпатичное. Давай так. Так. Много поразмазывала. Так, вроде деликатненько начинала, тут прямо подчекунила. Значит, в фоновом пятне вот этот зеленый немножко подистребить. Угу. Сделаешь опять фигушку, возьмешь белильца, розовильца, синильца. И немножко поистребляй эту зеленцу. Угу. Если остатки зеленцы, пускай там, может быть, и мигают, но слишком много зеленого. Вот такое совершишь. Когда лишнее поубираешь, возьмешь наконец уже вот эту мастихин и будешь чистыми белильцами ставить вот такие звуки и раздавливать. Смотри, я вытер после этого мастихин. Кладу, вытираю, раздавливаю, кладу, раздавливаю. Цветки, ты видишь, я игнорирую полностью. Раздавливаю. Возвращать можно будет чуть-чуть, где нужно будет уточнить, вот таким выгребанием. Прикольно? Угу. Слишком синий цвет. Противный цвет. Чуть с коричневизной. Хорошо? Угу. То же самое и белизну на освещенную часть бутылки. Давай так.
розовенький. Держим в руке обязательно и внимательно расследуем идею цветка. То в пользу розового, то в пользу фиолетового, то есть розовый с синюшечкой. Укладываем. Сейчас еще один розовый. Вот этот больше розовый на него. Вот они. Прицеливаешься и максимально точно и по размеру, и по тональности, и по цвету укладываешь. Угу, тут аж такие узорчики, да? Ну, может, еще и узорчики сделаем. Дело в том, что выгребая вот так, мы получаем... Смотри, что. То есть, любой характер узора. Это прикольно? То есть, если что, повыгребаешь. Если что, вот он, прозрачный узор. А ну? Повыгребаешь. Геометризмы окна чуть-чуть достанешь. Хорошо? Так. Вот эту внятность показать, что от этого места совсем бело. Ты кистью на кисть перешла? Нет, рукой. Не надо. Значит, сбрить. Внятно от края, как там и есть, положить эту красочку. Потом мастихинчиком уточнить ровность. То есть слой остается достаточно большим? Нет, небольшой. Раздавленный слой. Вот такой. Ну, чтобы не просвечивал холст. Да. Хорошо? Здесь, когда тебе понадобится цветок нарисовать, сначала выгребешь, потом уложишь кистью. Сначала выгребешь, потом уложишь. Давай так. Так, хорошо набираешь. Все умненько, честненько. Вот такие звучики, смотри, проволочного характера. Лежачая кисть умеет неплохо это делать. Вот это вот делать. Такой коряжистый характер растительности. Потом можно чуть-чуть, если что, где-то дополнить или так и оставить. То есть вот такое вот игривенькое состояние. Не вычерченное, а игривенькое. Так. Ага, хорошо. Значит, кое-где можно даже воспользоваться мастихином. Например,
и дополнить. Дополнить мазочками. То есть мастихин даст глянец. Там есть некоторое состояние глянца, правда? Вот. Сильненько. Дуновение. А эти дадут. У нее такие загрузные. Точность. Это розы, да? Это пионы, господи, дамы. Вы что, не похожи, что ли, еще? Тоже вот сейчас коричневый, сейчас розовый. Сейчас мазочки начнем делать. Вы же сказали, рисунок. Можно подачить. Чуть-чуть да. Дать рисунок. Это, а потом дополнить. Дополнить сюда листик. Более деликатные. Есть, да, вот эффект прозрачного на свет. То есть вот пока он густой, он не такой, а вот после вот такой помощи он становится эффект прозрачного. Да, чуть-чуть доиграешь этим. Похожим образом и в этих местах хочется вот такой укладки. И если что, еще и вот так. Ярче, как бы глянцевее. Вот. С бутылкой чуть-чуть поразбирайся. Стволов нет. Что-то полосатое-волосатое, а там не волосатое, а цельное. То есть сначала насветлить сюда. И ноги этих ребят можно вот так пальцем вытянуть. Хорошо? Вот оно как раз вписывается в прозрачный характер. Так, жденький, вообще какая, какая штучечка. Ну не все одинаково хороши. Смотри, если у нас такая авария на белом, сбреем полностью. Места, которые освободились, вот такие. Если что, берите свои угловые и вместе с палитрой переходите, хорошо? Ну да, первый же самый. Это мы аварию убираем. Смотри, смотри, я их по нескольку раз. По нескольку.
чтобы они облагозвучились. Поняла, юморочек, да? Продолжить вот по нескольку раз укладывая. Серединки сильно, сильно косматенькие. Мастихином их делала, да? Их надо делать. Это вот такие пушистки. Можно даже с намеком на зелень. Хорошо? Мне вот это не нравится, как цветочек получился. Какого? По нескольку раз. До свидания. До свидания. Логично, да? Просто по нескольку раз. По нескольку. Давай. Легко. Они чуть собраны в общий рисунок. Вот смотри. Насколько им вкуснее быть целым рисуночком. Правда? То есть не нечаянное, не пойми что, а даже может быть трилистничек какой-нибудь. Уже орнаментное звучание. Для белого никаких шансов. Цветочки, несмотря на некоторую корявенькость, очень обаятельные. Честно, я бы оставил бы их такими. Ох, бутылка страшная, ужасная. Когда будешь рисовать какие-то стеклянные предметы, помни, у них здесь утолщение стекла, как правило, которое можно вот так пальцами игриво набрать. Муть, увенчанная бликом, равно стекло.
Ага, спасибо. И вас тоже. Это же наш общий праздник. Конечно, весна. Все радуются. Так вот праздник надо пиво пить. Это же девушки, которые его создали, они в тюрьме сидели. Почернее, да, чуть-чуть? Ну, что значит, две яркие личности, божеские. Весницкий праздник. Сначала разбавителем втереть, а потом мыло, да? Лучше сразу губка мыла. А, долго. Поскольку косой свет, то тень вероятнее всего метнулась в эту сторону от бутылки. Правда? А заодно показала, что плоскость. Ну, а поскольку свет... то еще и вот это. Логично? Что, сюда я уже не лезу как раз, чтобы только центр прокричал. Так поприкольнее, да? Не хватало вот этого чернющего черного, да, держателя, чтобы он все взял в свои руки.